Всем привет, ребят, с вами Мистер Банка. Записываю очередной видосик. Начинаем записывать видосики, связанные с контейнерами. Возможно, это как пойдет как новая рубрика. Ну, именно халявных контейнеров за цепочки заданий, чисто. Начну с бригадирчика. На нем уже три контейнера есть. Посмотрим, что выпадет. Понравится вам что-то в этом роде, не понравится, отмечайте видосик лайком, если нравится. Пишите комментарии. Все как всегда. Ну, откроем первый контейнер. Посмотрим, что упадет. О, синие. 10 голдов. Огонь, огонь. Неплохо. Первый контейнер хорошо пошел. 3,5к тоже неплохо для этого аккаунтика. Как раз таки по этому аккаунту я планирую записывать видосики, как только прокачаю Викомолот. Хочу вкачать Викомолот М4 и начать что-то в плане рубрики Нагиб Брига или там Викомолот М4 разрывает пуканы или что-нибудь в этом роде. Также будем открывать контейнеры в будущем на других аккаунтах, на моем без доната. Скоро тоже будет видосик и на чемпионском аккаунте, на легенде. Небольшие видео. Я думаю, вам понравится. Открываем последний контейнер. Надеемся, что-то нормальное упадет. Давай, 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 не подведи. 10к. Ну, неплохо, неплохо. Итого мы что имеем? Одни кристаллы, если считать голды за кристаллы. 10 голдов. 10к крисов. И 3,5к. Это вообще шикарно. Просто шикарно. Всегда бы так контейнеры открывались халявные. Было бы вообще супер. По мне, это супер открытие халявных контейнеров. Поэтому, если понравился видосик такой вот коротенький, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если не подписаны, приходите на стримы, будет весело. Ну а на этом все. Всем спасибо, всем пока.